Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение. Номер 41 по цифре 1 на странице 51 рабочей тетради по математике для 4 класса. Автор Марон. Рассмотри образцы умножения. Расскажи, чем умножение на трехзначное число отличается от умножения на двухзначное число. 3647 умножают на 28. Сначала умножают на 8, получая 29176. Потом умножают на 2, получает 7294. Потом полученные результаты складывают и получают 102116. 364 умножают на 128. Сначала также умножают на 8, получают 2912. Потом на 2, получают 728. А потом умножают еще на 1, получают 364. И 3 полученных результата складывают, получают 46592. То есть умножение на трехзначное число отличается тем, что при умножении на двухзначное число у нас 2 результата, которые мы складываем, а при умножении на трехзначное число их 3, и мы их тоже складываем. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.